Забил сосед. Назовите три любые песни, я одну из них точно спою. Если нет, то я вам 100 рублей даю. Когда твоя девушка больна, я сказал, успокойся. Вдох, выдох, и мы опять играем любимую. Этим наркоманам на завод надо идти. Подписывайтесь, ставьте лайки. Привет, рад снова вас видеть на моем канале. Меня зовут Раиль Арсланов, и это долгожданный 4-й выпуск рубрики, где парень ходит по улице и исполняет любую песню на заказ прохожих. В этом видео вы увидите реакции, которые не вошли в 3 основных выпуска. Их вы можете заценить в описании под видео, обязательно посмотрите. И это реально последний шанс попасть в тренды, потому что это последнее видео. Поэтому по-братски влепите лайк, напишите интересный комментарий и приятного просмотра. Погнали! Ребят, привет! Назовите три любые песни, одну из них спою. Чисто для видео, ничего не требуем больше. Что в голове есть сразу какой-нибудь? Что поют под гитару? Да, блин, я не знаю, честно. Ну ладно, давай стоим. Хорошо. Да. Привет, ребят! А, в общем, играем в игру, называйте три любые песни, я одну из них пою. Денег не требуем, просто снимаем классное видео. А это ваш? Это не, не наш. Это просто подтанцовка классная. А у тебя есть канал, да? Где ты на гитаре учишь? Да, Хижина музыкант. Я не помню, как называется. Но я... Хижина музыканта. Я просто учился эти первые аккорды, я смотрел. Круто. Вот скоро увидите выпуск, вот с этими ребятами тоже. Хорошая работа. Спасибо. О, с Земфиру, да, нормально. Земфиру? Какую песню? Цоя, Цоя. Давай. Цоя? Потерял аппетит, и не хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Спасибо. Спасибо. Не болейте. Пока. Да. Девчонки, привет. Назовите три любые песни. Я одну из них спою. Денег не требуем, просто песни поем. Надо, мы тоже. Назовите любую песню, мы вам споем. Не надо, спасибо. Мы не закончим, просто поем песни. Окей, гудбай. Мы просто вышли погулять. Не трогайте нас. Демчонка, не против, если мы с вами снимем небольшое видео? Назовите три любые песни, я одну из них спою. Денег не требую, просто поднимаем людям настроение. У меня все песни улетучились. Улетучились? А какую надо, попсовую? Да вообще любую просто. Назовите, да? Современную, про любовь. Не про любовь. Да? Это Хэнси. Знаешь? Да. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранил меня стрельбой. Спасибо вам за участие. Хорошего спасибо, дня. Спасибо. Спасибо, давайте. Пока. Здрасте. Назовите три любые песни. Я одну из них точно спою. Если нет, то я вам 100 рублей. Да подождите. Мы же не знакомимся. Нет, честно. Мы просто видео снимаем, интересно. Мы не просим денег, нам не нужны деньги. Ну подождите, давайте, закажите какую. Перемен. Да. Перемен? Да. В нашем смехе, в наших слезах и пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Ну, чутка криво, давайте еще один вариант какой-нибудь. Вторую. Еще песню. Какую-нибудь Агата Кристи песню. Агата Кристи? Да. Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу.
тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло, на зло. Классно, спасибо и вам. Хорошего дня. Супер. До свидания. На самом деле, если есть желание научиться играть и петь на гитаре, вот как я это делал сейчас, несложно. Если у тебя есть пошаговая методика, когда ты знаешь, что делать завтра, через неделю, через месяц, когда ты не дрейфуешь на одном месте, пытаясь взять аккорд F. Такая пошаговая методика у меня, конечно же, имеется, потому что я открыл собственную школу гитары и вокал. И в этом деле я тебе могу помочь и хочу помочь, чтобы ты наконец-то осуществил свою мечту, начал исполнять любимые песни под гитару, радовал окружающих, поднимал себе настроение, играл на досуге. В общем, ссылочка на мою школу и на мои видеокурсы в описании. Под видео. Девчонки, привет! Можете назвать три любые песни, я одну из них спою. Так, вот. Давай заново попробуем, я буду тебя в сторис снимать. Снимай, как я пою, если песня совпадет. Скидка очень сложно. Что, любую песню? Ну, русскую современную, да. Русскую современную. Я бы сказала Моргенштерн, но не знаю его песню. Давай, Рождену знаешь какую-нибудь? Знал одну, ту самую, да, но я ее подзабыл. Ну, в смысле, аккордов же не помню. Еще дальше? Очень сложно с русскими песнями. Ну, почему? Ну ты же что-то слушал. Она даже женская. А нежность новую знаешь? Нежность? Чья? Маригу? Нет, дальше. Можно я открою свой плейлист? Может, ты предложишь? Что ты, да, можешь спеть? Что я? До нашей любви давай. Вот до нашей любви? Да, знаю. Вдох, выдох, и мы опять играем любимых. Пропадаем и тоже нежности залива. Не боясь и не тая этих чувств сильных. Ловим сладкие грезы на сказочные стоны. Теплый дождь по капле тихо умирает земле. Я хочу к тебе, я лечу к тебе. И мое сердце бьется в такт с твоим, отмеряя нежными секундами ритм. Ты не молчи, ты просто говори со мной. Дай крылья мне, дай силы взлететь над землей. Пустой покинуть мир, забудь пустые лица и вечно плыть по небу белой птицы. Молодец. Спасибо вам. Хорошего дня. И тебе, и вам. Влог ведешь? А? Влог ведешь? Да, на ютубе. Сколько подписчиков? Ребят, привет. Какую музыку слушаете? Разную? Давайте такую игру сыграем. Можете остановиться? Я денег не прошу, чисто видео снимаем классное. Вот. А, назовите три любые песни, я одну из них спою. И если нет, то я вам 100 рублей. И все, мы расходимся. Давайте что? Ну, ты в очках все равно никто не узнает. Да, не то, что не узнаю, просто не узнаю. Ну, давайте. Что-то в Москве тухло, ребята. Казань тащит, так что приезжайте в Казань. Ну вот, сами сравните, мы сделали два выпуска с казанскими людьми и с московскими. Где народ более лояльный, интересный, открытый, сами поймете. Опять блог снимаете? Да, да, опять. Ну напиши в инсте. Да не можем. Да. Наркоманы. Пока что не могу. Работать. Да не можем. Не берут нас таких. Да, криворуких. Только гаммы гонять умеют. Закажите старую ирландскую. Не знаю никакой песни старой ирландской. Ну закажите ему песню. Чаю, да? Споем чай. Нормально, чай. Они вот это все, которое они дают. Они им не Макс Корж там. Да, да, вот это. А? Можно посмотреть? Сейчас он надожмет и не давай. Забил сосед у них на фабрике стачка. Чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, я останусь. Угали, угали, хали-гали, по телеку ряд отца. Как дальше жить, достали. Ой-ё, 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 никто не услышит, ой-ё.
струны можно. Так, конечно, нормально. Как вас зовут? Алмаз. Ваш инстаграм на экране? Инстаграма нет, да? Есть. Написано ошибочно с английским, ошибочно на английском языке. Diamond. Слово волк, вульф, только с двумя О. Пацаны, назовите три песни, постараюсь спеть вам. Что-нибудь есть в голове? Юнус. Да только спел. Вы слышали? Что еще? Что-нибудь? Стой, давай. Давай. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутный на нем, на ней город дорожной петли. Хорошего дня, спасибо. Все, тоже удачи. Спасибо. Ну назови три песни, постараюсь петь. Цыганские, давай, что-нибудь. Что-нибудь давай такое интересное, что-нибудь типа цыганского, может быть, что-нибудь. Вот современные, современные говорят. Ты не слушаешь такой? Давай назови. Женщина и танцует. А, ну вот это цыганское уже, хорошее. Ты просто немножко обработочки добавь цыганской. Да. Просто айнане добавляй в конце каждой строчки. Ну так? Давай. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую, никого я не рисую, не умею, не танцую. Та-да-да-та-та-та-ты-ру, та-да-да-та-та-ты-ру, та-да-да-та-та-ты-ру, ла-да-на-на-на-на-ны-ру, 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 ла-да-на-на-на-на-ны-ру. Надо, это надо ритм. Там вот такой ритм нужно. Не, вообще. Женщина, не танцуй, женщина, не танцуй, хватит улыбаться. Нормально с ориентацией. Женщина, не танцуй, женщина, я не танцую, никого я не рисую, не умею, не танцую. Молодцы. Так что заказывайте. Давайте. Спасибо, ребят, пока. Спасибо. Ну так что? На чем мы остановились? Здравствуйте. Мы записываем интересное видео. Назовите три любые песни. Я постараюсь одну из них спеть точно. Если нет, то я вам 100 рублей даю. Вы, наверное, все умеете. Ну, английский, конечно, нет. Русские. Ну, что-то знаю, что-то нет. Больше современных, конечно, не знаю. Во. Я сейчас их приду. Давай. Джонни, за окном дождь, знаете? Конкретно эту песню нет. Давай дальше. Комета у Джонни. Комету? Все без тебя нет. Лечу тебя я словно комета. И даже под дуло пистолета я найду тебя, я найду тебя, я. Тебя дико мне так, ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Спасибо за игру. Всего хорошего. Спасибо. Давайте. Привет, Раиль. Привет, да. Гуляешь? Да. У тебя весь культ? Да. А разве кино тут уже? Не. Ютуб, да, хижина музыкант канал. Не, я тебя смотрю, когда ты... Подождите. Можно вас как-то найти? Давай, сейчас, подожди. Че, не этот, что ли? Вот. Спасибо. Канал. Ничего себе. Увидите себя через пару выпусков. Ой, спасибо. Да. Я тебя помню, когда ты на Ютубе снимал, когда ты в армии еще. Зарабатывать сейчас. Девчонки, привет. Не торопитесь. Назовите три песни, постараюсь вам спеть одну из них. Да, могу, конечно, может, еще подумаете. Просто мы ее уже сегодня пели. Много раз, между прочим. У вас примитивная такая. Ну, что в голове? Что в голове-то? Сегодня будет день рождения, у меня после день рождения вчера было. О, с прошедшим. Спасибо. А что у нас с днем рождения есть?
сегодня 30 на секунду. Да, лучше не петь, да, я думаю, такое. Еще что? Еще что? Что в голове? Ну, что вы знаете, да. Для урожая. Это Аллегро. Аллегро? Добрый вечер. То же самое. Я моложе, чем я. С днем рождения. Спасибо тогда. Хорошего дня вам. Спасибо. Пока. Привет. Привет. Я тебя очень давно смотрю. С Ютуба тебя давно очень знаю. Я учился играть на гитаре именно с твоих видосов. Да. Я смотрю очень старые видосы. Это еще даже в армии был. А, ну да. Круто. Можешь с тобой сфоткаться? Давай. А как тебя зовут? Скажи армейскую песню. Армейскую, блин. Да, назови три любые песни, я спою что-нибудь под гитару. Мы контент снимаем такой. Да, я вижу. Ну, в сапогах. Не, ну я попал в Ютуб, и я учусь. В сапогах? Юность в сапогах? Да. А, да. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска. Я привет в войсках, рисунка, езда, как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке. Ну какую хотите, заказывайте, да. Буду петь. У вас в голове нет песен? Нету? Любую. Если просят любую, я обычно пою свою. Давайте. «Не влюбляйся» называется. Везде можете отыскать, в любой музплощадке. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь. Если ты еще не нажал на лайк, исправься, бро, потому что именно в первые часы публикации очень важно, чтобы была активность на видео. Подписывайтесь к ним на канал и ставьте много-много лайков. Как тебе выпуск? Нарезка оставшихся не вошедших кадров. Напиши мне об этом в комментариях. Надеюсь, это видео замотивировало тебя наконец-то начать играть на гитаре, или, если ты бросал, снова возобновить это дело. Вот я недавно решил осуществить свою мечту, открыть свой онлайн-магазин мерча. На мне как раз-таки один из принтов. Это худи, связанный с моим творчеством Арслан. Сейчас самое сложное время, но мы не должны замыкаться. Мы должны быть открыты во всем, где бы мы ни были. Не пугайтесь, не страшитесь. Россия остается Россией, она неизменна. Молодцы, браво. Но я уже не в моде. Сейчас в моде другие. Давайте, подписывайтесь. Будьте поклонниками этого жанра музыкального. Браво.